Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Все это лето я хожу в полу каком-то простуженном состоянии. А как, кстати, у вас лето прошло? Я вот как сходила там, покурила 5 минут в плюс 13, а днем было плюс 35, и все, и я вообще не в норме с тех пор. Поэтому, не знаю, всякие капельки, антигриппины, масла и все такое. Хотя сегодня у меня, значит, тема немного другая. Как видите, здесь очень много косметики. И видео будет называться «Классная косметика». Я хотела назвать «Классная косметика до 300 рублей». Но потом я поняла, что до 300 здесь не так уж и много. Здесь очень много до 50, до 100, до 200, ну и 300, как бы это уже не часто повторяется. И немного его здесь, который до 300. Поэтому, наверное, скорее всего, будет сначала 50 плюс, минус, там, я не знаю, 3 копейки, то есть до 50 и чуть-чуть выше. Потому что, знаете, девочки, я смотрю блогеров, и, видимо, как бы популярность падает, покупательная способность у людей падает, рынок мировой просел на 25%. Надо понимать, что люкс уже это не то, что было там года 3 назад, что почти все могли его себе позволить, чуть-чуть ужавшись. Но сейчас как бы все совсем по-другому, поэтому я думаю, что видео это наберет огромное количество просмотров благодаря вам. И делитесь им со своими подругами, а где взять неплохой косметоз по цене до 50, до 100, до 200 и очень редко до 300, что именно является бюджетным косметозом. Хочется сакцентировать ваше внимание на вот чем. Вот на чем. Многие блогеры, понимая, что видео с бюджетной косметикой просматривают чаще и больше, они включают в название своего видео слово «бюджетная косметика». И, значит, к ним там прибегают толпы народу, которые видят, что, ну, это же не бюджетная косметика. Кто сказал, что NYX бюджетная косметика? Кто сказал, что Makeup Forever – это бюджетная косметика? Кто сказал, что, значит, девочка там одна делает на лужайке видос из серии, там, мои любимые очки за 3 копейки, такая, Том Форд достает, я говорю, что, охренели, что ни хрена себе, там, дешево и модно, или как-то так у нее там называлось, недорого и сильно, и такая, у меня тут Том Форд, значит, Гуччи, Валентина, и вываливает очки. А все такие же, ну, как телевизор, да, смотрит YouTube, и, соответственно, как бы это, ну, в общем, на лошьё расчет, и между делом там пытается вам впарить то, что стоит просто, ну, реально, безумно дорого, неоправданно дорого. Ладно, в общем, от слов переходим к делу. Поехали. В магазине... В магазине «Находка» продается вот такая тушь. Вот такая кисточка у нее. Видите, да? Рекомендую открывать перед тем, как покупать. Ну, это такой зерчик с... Мейбелин, нашей любимой вот этой вот туши, сейчас я покажу. Я даже вот, у меня есть подозрение, что они сделаны, вот они прям сделаны, да, только Мейбелин, ну, как бы неплохая, классная тушь, у нее вот такая щеточка. Вот. Здесь, видите, здесь как бы даже крышечки почти одинаковые, да, только вот здесь, и вот эта часть тоже одинаковая. По размеру. Вот. И оформлены они почти как бы одинаково, то есть принцип один и тот же. Но дело в том, что вот эта тушь стоит 49 рублей, она продается в магазине «Находка».
И смывается она колготочками. Девчонки вот реально мицеллярку приложили к глазу, там посчитали до 5. И она колготочками у вас сойдет с глаз, представляете? Вот эти кремики, которые стоят тоже до 100 рублей, 100 рецептов красоты. Они есть роза, смородина, виноград. Что тут у нас еще? Обновление кожи, ламинария морская, там бла-бла-бла. В общем, их миллион. Они очень-очень классные. Я купила их много и даже один разместила в свою коробочку, чтобы вы попробовали. Ссылка на коробочку будет в правом верхнем углу. Поехали дальше. Тоже как бы, да? 180 рублей помада Стил. Вот она. Дело Свотч. Очень классная помада. Обожаю ее. Вообще прекрасная. Соответствует моим понятиям о идеальной помаде полностью. Вот такой тоник. Очень неплохой. Но он идет с глицерином. Тоже в магазине Находка можно приобрести классный тоник. Очень бюджетная цена. Все супер. Пользуюсь. Кстати, мылится, он пенится-пенится, да, потому что, ну, некоторые дают пену, но он не переливается мыльными пузырями. Обратите на это внимание. Вот такая мицелляречка стоит там то ли 70, то ли 90 рублей. В магазине Находка комплимент серии. Обратите внимание, в общем, пользуюсь нормально все. Хорошо, учитывая, что мицеллярка это продукт, который должен тут же смываться. Вот такую бабушку Агафью там за 100 с копейками рублей мне вчера привезли из Сермага. Классная, классная, классная. Не ищите в ней повтора. Вот такая масочка. Вот так вот она увлажняет. Очень-очень классная, очень клевая, очень вкусный аромат. Обожаю, рекомендую всем. Скажите спасибо. Это вам не Том Форд в бюджетных находках. Значит, кремик, да, вот он где-то стоит 300 с копейками. Maybelline активно пользую. Сначала не подружилась, но теперь все хорошо и очень мне нравится. И все, обожаю, подмешиваю к другим тональным или BB. Все супер. Вот такие румяна за 40 рублей тоже из магазина Находка. Значит, они не очень хорошо набираются. Не очень хорошо. Но, по идее, их можно наслаивать. И цвет этот можно делать интенсивнее. Вот. Видите, да? У меня в оттеночке 03. Вот так называется марка. Классные румяна. Вот здесь был цветочек. Вы, наверное, его и сейчас видите. Но я его, ими пользуюсь. Соответственно, он уже маленько подобтесался. Поэтому продолжаем смотреть. Вас ждет много интересного. Тоже 300 с копейками рублей набор для бровей Катрис. Это в моей истории второй набор. Вот так он выглядит. Две тенюшки. Вот такое маленькое зеркальце. Значит, здесь пинцет и расчесочка и угловая кисточка. Классная штука, малюсенькая. Вот так вот просто в руке можно. Ну, то есть миниатюрная, очень-очень классная и очень бюджетная. Хочу обратить ваше внимание. Раньше я была ярым поклонником марки Art Visage. Пока не получилось так, значит. Я как-то купила очень-очень удачный лайнер. Вот пигментация. Это бренд TF. Выглядит вот так бренд. Буковка Т и буковка F. Это Польша, по-моему. Или как-то так. Вот сейчас я как бы подсела на лайнеры этого бренда. Значит, этот первый какой-то, он тут уже все буквы постирались. Но я все-таки найду вот TF. Если увидите. И следующие они выпустили уже гораздо лучше. То есть надписи сохраняются дольше, хотя они в равных условиях. И может быть с месяц в разнице в месяц куплены. Вот такие у них кисточки. Они не текут, как арт-визаж. Можно сделать потолще, можно сделать потоньше.
обратите внимание, потому что ну, реально классный, классный косметический продукт. Вот такие лаки, они стоят 50 рублей, в среднем лак, значит, Финель, лак, что тут у нас, Жан-Мишель Париж, бла-бла-бла, в фикс прайсе купила, тоже в фикс прайсе 53 рубля, тоже в фикс прайсе, вот этот вообще отлично держится, слегка такой розовато-фиолетовый перламутр, но в основном, конечно, перламутр. Тоже истории из фикс прайса, отличные лаки, хорошо держатся, ничем не уступают крутым лакам. Вот еще вам тут лаки бюджетные, тоже, значит, это фикс прайс Марсала, это у нас тоже фикс прайс Марсала, и это у нас на Эрмаге я купила Рута лак. На Руте мы можем увидеть 15 оттенок. Рекомендую. Можете поинтересоваться, за сколько тот же самый цвет вам предлагает Инглот. Инглот облазит быстрее, не знаю, может быть, мне достался просроченный. Но они практически равны, но цена различается вообще в разы просто. Что у нас под окнами творится, я не знаю, какие-то вопли, дети кричат. Значит, обратите внимание, вот еще ТФ тенюшка. Это такой хайлайтер, слегка фиолетовый. У нас тут, видите, что творится? У нас тут с легкой руки некоторых блогеров, значит, фиолетовый хайлайтер стал хайлайтером проституток. Значит, идеально подходит для кожи, которая желтит. Никакие тут вообще проститутки здесь вообще ни при чем. Это так. Рекламный ход, чтобы на него обратили внимание. 11 оттенок ТФ, уже надпись затерлась. Но это отличный хайлайтер на все случаи жизни. Вообще прекрасный, замечательный, компактный, обожаю. Поехали дальше. Что еще у нас тут интересного? Значит, кремовые тени Maybelline. Они сейчас стоят где-то 300 рублей. Вот в таких оттеночках. Значит, вот идеальная база для меня. Это оттеночек крем де Нюд 93. Постоянно пользуюсь, сейчас покажу, сколько осталось. Может работать как корректор, как база под тени. Многие навязывают вот этот оттенок. Крем де Роз 91 как базу под тени. На самом деле, ну она такая не совсем базовая. То есть, если вам нужно получить нормальный цвет, то предпочтение отдавайте вот этому. Он работает и как корректор, и как база, и как тени, и, в общем, все. Крем де Рос в этом плане немного провальный по цвету, потому что ну, не всем пойдет. Пойдет холодному цветотипу. Мое любимое средство для бровей, вот такая искоцанная. Тауп, Тауп, Топ. Как его только не называют, 40-й. 40-й оттеночек, очень рекомендую. Вот такая обязательно белая-белая перламутровая штука. Это тоже может быть ваш хайлайтер кремовый. Тут у меня до сих пор впитывается маска. В общем, им можно высветлять уголок, оформлять бровь, перламутр и все-все-все такое. Черный обязательно, если вы хотите подводить глаза какими-нибудь экстремальными. Значит, я не сказала, оттенок белого, это 45-й. И 60-й черный. Классный матовый черный. Отличная стойкость. И всегда на фотосессии или где-то у вас должна быть какая-то яркая, нестандартная подводка. И в таком случае я всегда беру вот такую. Это оттеночек Together Forever 20. Он очень классный. Я его вообще обожаю. Просто супер. Кстати, вот такое средство стоит до 50 рублей. Восковой укрепляющий крем-уход от Новосвит. Тоже можно купить в находке. Классный, пахнет макадами. Вообще прекрасный. Обожаю. Супер. Все здорово. Итак, значит, обратите внимание на вот эти карандашики. Я их купила. Вот название фирмы. Я не буду, правда,
зачитывать каждый, потому что я здесь очень много чего показываю. Значит, я взяла карандашик вот такой красный, значит, это беленький, матовый и такой коричневатый. Сейчас я нарисую вам свотчи и скажу, это карандаши до 50 рублей. Если они, по-моему, вообще по 25 в находке. Вот эти вот. И я рисовала. В общем, текстура очень хорошая. Они нормально точатся. Они намного длиннее стандартных карандашей. Соответственно, они экономнее. Сейчас я просто для сравнения покажу вам. Да, то есть видите, вот арт-визаж карандаш и... Сори, вот. То есть он новый, да? Он новый. И эти, они практически в два раза длиннее. Ну вот как-то так вышло. Вот карандашик ТФ оттенки мока. Я всегда его беру вот два свотча. То есть вы можете сделать его светлее и темнее. Беру всегда уже, наверное, года три. Эвелин бронзер. Здесь немного как бы неровная текстура, но зато здесь все ровно. Это, наверное, не Эвелин виноват, а китайцы, которые это делали. Обратите внимание на вот эти тени. Я уже их показывала неоднократно. Они очень классные, очень пигментированные, очень хорошо собраны. Вот такой карандаш из фикс прайса, перламутровый. Вот, свотч. Вот он. То есть, все, продолжение следует. Подписывайтесь. Your shoes are sick.